Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал «Тапки с пробегом». Всем привет, мы подписчикам и гостям моего канала. С вами Влад, канал «Тапки с пробегом». Ну а спонсор данного видео – компания «Карсис», которая является разработчиком, изготовителем профессиональных измерительных приборов. Все ссылочки в описании под видео. Проходите, смотрите. Можно купить через Каспий.кз. Всем удачи! Всем привет, моим подписчикам и гостям моего канала. С вами Влад, канал «Тапки с пробегом». Находимся в Астарафто. Да, друзья, мы снова в Астарафто. Но спонсор данного видео, как обычно, компания «Карсис», которая производит и продает вот такие вот классные толщиномеры. Все ссылочки на них оставлю, друзья, в описании под роликом. Проходите, покупайте. Можно купить, кстати, через Каспий.кз. Ну, что я могу сказать? Есть тачки. Мало, конечно. Вот эта вся стоянка была полная раньше. Но автомобили продаются, набирать, видимо, пока они, не знаю, ну, может быть, не хотят, кто его знает. В общем, стоит вот такой вот Nissan. Купил Nissan, катайся сам, да? Ну, наверное, это не ко всем автомобилям. Короче, 1 990 000, 97 года, Nissan Prayer какая-то. На автомате 2.4, 239 тысяч километров пробега. Ну что ж, друзья, 1 лям 990 тысяч, и данный аппарат будет ваш. Идем дальше. Вот такая вот Шкода стоит. 2 миллиона 345 тысяч. Шкода Фабия 2002 года на механической коробке передач. 1.4. 121 тысяча километров пробега у данной тачки. Здесь у нас Лада стоит. Это Калина на механике 2014 года. 1.6. 225 тысяч 600 километров пробега. Ну, 2 миллиона 760 тысяч за данную принцессу. Ну и тачка, друзья, ваша. Давайте посмотрим, насколько ее гоняли. И гоняли ли ее вообще. Ну, сразу второй окрас. Здесь все шикарно. Здесь тоже все шикарно. Здесь вторым окрасом попахивает. Здесь 144, но он показывает, что все в допуске. И вот здесь 150, но зелененький индикатор, поэтому, в принципе, вы даже можете не смотреть на вот эти значения. Вот здесь показывает желтым то, что есть второй окрас. Вот такая вот тачка. Вот такой Volkswagen с омывательными фар, линзовая оптика, 2 100 000 2005 года. Passat на механической коробке передач 1.8, 222 тысячи километров пробега. Кто-то очень сильно торопился, короче, люк отломал. Вот так вот она выглядит сзади. Партрониками, все дела. Так, здесь у нас Deonexia. Скажем так, любимица, которая понравилась, наверное, всем таксистам. Да, но не из-за того, что тачка такая, наверное, из-за того, что она дешевая. 1 700 000 2013 года на механике. 1.5, 262 тысячи километров пробега у данной тачки. Здесь я, короче, бампер немножко подрифтовать, и вообще пушка просто будет. Renault Logan 2018 года на механике. 1.6 объем, 116 тысяч километров пробега, 2 миллиона 990 тысяч тенге. Тоже Renault Logan 2012 года, 2 миллиона 904 тысячи, 127 тысяч километров пробега, 1.6 на железках. Вот так вот она смотрится сзади. Так, Nissan Maxima. Автомобиль на железках. Ну, такая нормальная. Шины стоят. 1 миллион 690 тысяч 99 года. Автомобиль на механике. Как вам, друзья, Maxima? Здесь у нас Peugeot стоит. 3 миллиона 650 тысяч 2014 года. 408-я. 1.6 объем, 67 тысяч километров пробега. Кстати, у знакомой, по-моему, я говорил в предыдущих роликах, тоже была Peugeot, по-моему, 408 или какая-то там еще. Короче, перекрестилась, продала и сказала, ну ее в баню. Идем дальше, еще одна Peugeot 2013 года, 301, 1.6 объем, 235 тысяч километров пробега, 2 миллиона 590 тысяч, и тачка ваша. Так, здесь у нас Volkswagen стоит. 5 миллионов 290 тысяч. Блин, стекло запотевшего изнутри, что не видно там. Не объем, ничего. Mitsubishi. Так, написано, что она не закрывается. Что-то в этом роде. А
что там у нее? Что за нее просят? 850 тысяч, 449 тысяч километров пробега. 1,8 объем вроде как. Здесь у нас Mercedes. 990 тысяч 91 года. Ешка 260, 145 тысяч километров пробега. Пойдем вот этот Марин посмотрим. О, четкий, 990 тысяч, 88 года. Японам, ладно. 2,6-460 тысяч километров пробега. Не буду плохо выражаться, скажу просто, вот такая вот телега, вот в таком вот состоянии, на шипованных шинах и так далее. Тачка-пушка. Вот на эту штуку, короче, дергаете и взлетаете. Шутка. Капот открывается, все будет нормально. 770 тысяч. Ребята, когда уже заберут вот эту тачку? Я вот не знаю, не буду обманывать, но она года два, наверное, здесь стоит, если не больше. Но может быть это точно такая же, не знаю. 770 тысяч 97 года Nissan Primera на механике. 2 литра, 479 тысяч километров пробега у данной тачки. Mitsubishi 890 тысяч на кожаном салоне. 98 года, вот такой вот диаманчик на автоматической коробке передач, 315 тысяч километров пробега, на минуточку, трехлитровая. Я не думаю, что ее надо смотреть на Карсис. Я думаю, здесь полный песос, по-другому не назовешь. Хотя нет, смотрите-ка, не везде зелененькая. Ё-моё. Ну, вот здесь я точно полюбас. А, это, оказывается, походу краска, короче, вся слезла уже, выгорела, наверное. Но здесь второй крас. Ну, вот такая вот тачка. Возвращаемся к Audi. 4 миллиона 990 тысяч 2005 года. Audi A8, 4,2 объем, 304 тысячи километров пробега у данной тачки. Здесь у нас Nissan стоит. Qashqai 2013 года, 1,6, 333 тысячи километров пробега. 4 миллиона 990 тысяч за данную тачку. Идем дальше, Кобальт. Ну, кстати, Кобальт и Nexi, и тот, который не ту Nexi, которую мы с вами смотрели, а поновее, она довольно-таки даже пользуется спросом. 6 миллионов 790 тысяч 2021 года, 1,5, 77 тысяч километров пробега у данного автомобиля. Пойдем посмотрим Kia на железках с колпаками. 5 миллионов 990 тысяч 2014 года Kia Rio. 217 тысяч километров пробега, 1,6. Че, как вам тачка? Kia Rio. Так, здесь у нас Chevrolet. 4 миллиона 990 тысяч 2014 года, Chevrolet Cruze, 163 тысячи километров пробега, 1,8 объем. Ух, нифига себе. Да ладно. И смотри, какая красота. Здесь же тоже Chevrolet, точно такая же, да? Ну-ка, смотрим здесь. Видите, зелененькая. Зелененькая. И здесь зелененькая. Смотрим здесь. Бац, желтая. Бац, красная. Короче, ну, вот как-то вот такая вот тачка. Но она не везде, наверное, такая. Короче, друзья, идете куда-то в автосалоны. Идете куда-то на авторынок. Да без разницы, если вы тачку покупаете выше 3 миллионов. Где там, ну, 4. Лучше всего от 5, наверное. 5 миллионов и так далее. Я думаю, есть смысл брать вот такую штуку, чтобы купить себе хороший автомобиль. Так, 3 миллиона 790 тысяч 2013 года, 242 тысячи километров пробега, 1,8. Я просто говорю именно за то, что ну надо брать с собой толщик. 5 миллионов 690 тысяч 2013 года, это уже универсал Chevrolet Cruze, 118 тысяч километров пробега, 1,8 объем, с повторителями на зеркалах. Но опять же, то, что она где-то подкрашена, где-то чуть в поклевке. Ну, главное, чтобы она не введенная была еще. 2014 года в серебристом цвете. 1,8 объем, 171 тысяча километров пробега, тоже универсал. С ветровиками также 5 миллионов 890 тысяч. Toyota Corolla. Куда же без Toyota? 5 миллионов 120 тысяч, 202 тысячи километров пробега 2008 года.
Вот такая вот тачка с объемом 1,6. Ну, на железках с колпаками. Без камеры заднего вида. Кстати, без камеры заднего вида пиздец как неудобно ездить. Вот такая вот сороковочка у нас стоит. Здесь, кстати, есть камера заднего вида. Дефлектор капота. 6 миллионов 770 тысяч за данный автомобиль. 2,4 объем, 335 тысяч километров пробега. 2008 года. В красном цвете такая, смотрите. Ух, ля-ля. 5 миллионов 390 тысяч 2006 года. 2,4 объем, 269 тысяч километров пробега. Наверное, два кента были. Один, короче, жил по правую сторону, один по левую сторону. Оба ездили, короче, поэтому пробег, в принципе, почти схожий. Субарик стоит. Бриджстоун резина. Повторители на зеркалах. И смотри какой. 4 миллиона 250 тысяч 2005 года. Subaru Legacy. 2 литра. 318 тысяч километров пробега. Куда ты выключился, братец? Ну-ка, включайся. Тебе еще надо отработать сегодня. Так, красная. Желтенькая. Ну, кстати, внутри он довольно-таки даже неплохой. Subaru вообще надежные тачки. Если вы в них впендюриваете нормальные запасные части, я имею в виду либо оригинал, либо хороший, повторюсь, хороший качественный дубликат, то она вам будет служить, служить и служить. Так, 5 миллионов 790 тысяч вот за такую Camry 2007 года, 265 тысяч километров пробега, 2,4 объем. Вот такой вот там салончик. Так вот оно выглядит. Nissan Almera в белом цвете. Желтый. Второй окрас. Здесь и зелененький. Тоже зеленый. Ну-ка давайте еще раз посмотрим. Нет, все-таки. Все-таки как второй, да? Да. Надо просто посмотреть с другой стороны. 3 миллиона 990 тысяч, 173 тысячи километров пробега 2014 года. Мы просто сейчас вот с этой стороны ее бахнем. Видите, зелененькая, все в порядке. Так, идем дальше. Это у нас что, Audi, да? 3 миллиона 450 тысяч 2006 года. Audi A4 на автомате. 263 тысячи километров пробега. Volkswagen Polo 2014 года, 3 миллиона 990 тысяч. 202 тысячи километров пробега с объемом 1,6. Сузуки полноприводная 2010 года, 1,6 объем, 217 тысяч километров пробега. 4 ляма, 790 тысяч, если есть. Вот такую тачку себе полноприводную заберете, будете на дачу кататься. Тоже Сузуки, точно такая же, только в черном цвете. Ой-ля-ля. Так, 114. Желтый второй окрас. И здесь 190. 5 миллионов 990 тысяч 2013 года. 118 тысяч километров пробега с объемом 1,6. Так, 2015 года. Вот такая вот Lada Largus. Кстати, ее только что вон там чуваки, короче, гоняли. Взад вперед, видимо, выбирал. Хотел купить. Но автомобиль на газе. 390 тысяч километров пробега. 1,6. 4 миллиона по стоимости. Не знаю, по поводу газа, выбирать, конечно, каждому, судить каждому. Лично мое мнение, я бы себе на газе не взял. Просто принципиально бы не взял. Нафиг она нужна, следить за всякими там прокладками и тудым-судым из-за того, что у тебя там чуть бензин будет дешевле, точнее газ. 6 миллионов 990 тысяч 2021 года, 55 тысяч километров пробега, 1,6. Тем более, это еще 1,6, на нее еще газ впендюривать, не знаю. 7 миллионов 290 тысяч 2022 года Largus, Largus Cross на механике, 35 тысяч километров пробега с объемом 1,6. Блин, вот как вот это выглядит и как вот это, так, кстати, поинтереснее такая. И цвет у нее такой симпатичный, сама тачка огонь. Ну, блин, что она там, 22 года, она, скорее всего, вся в идеале, что тут. Не докопаешься, короче. Да. Там мультирулинг, все дела. Так, ну в белом, кстати, смотреть не будем, ладно, одно и то же, короче. 6 миллионов 290 тысяч
2020 года. Это у нас Лада Веста, 1.6 объем, 142 тысячи километров пробега. Блин, 2020 года, 142 тысячи. Откуда такие пробеги? Что с ними делали? 7 миллионов 290 тысяч 2021 года, 34 тысячи километров пробега, 1.6 объем, ну, ближе к правде. 17-й диски у нее. И смотрится симпотно. О, в белом цвете Лада Веста, смотрите, какая пушка. Кстати, напишите в комментариях, друзья, как вообще меня слышно, как вообще камера. Понятно, что я при монтаже немножечко добавляю где-то звук, потому что я сейчас без петлички, ну, потому что в GoPro-шке куча микрофонов. 5 миллионов 790 тысяч, 74 тысячи километров пробега. Такая вот пушка. 2 миллиона 990 тысяч, это у нас опять Лада, но уже Калина, 1.6 объем, 167 тысяч километров пробега. Так, тоже у нас Лада Веста 2019 года, 4 миллиона 690 тысяч. Три Angel шины стоят на железках с топочками. Почему такая вот она? Лада Гранта. Кардиант шины. 4 миллиона 590 тысяч. Автомобиль на газу 2020 года. На механической коробке передач 82 тысячи километров пробега. 3 миллиона 990 тысяч тоже Гранта 2019 года, 145 тысяч километров пробега с объемом 1.6. Что нравится, друзья, просто в этой камере, здесь не надо наносить стабилизацию, как я делал у Sony. Здесь офигенно, в принципе, стабилизация, картинка должна быть хорошая. 2020 года на механике 1.6 объем, 171 тысяча километров пробега, 3 миллиона 490 тысяч. Так, ну это, в принципе, точно такая же, вот еще есть. 3 миллиона 120 тысяч 2019 года, 1.6 объем, 131 тысяча километров пробега. Короче, друзья, кому нужна Лада, без разницы, Калина, Веста, там, еще там какие-то, короче, вот здесь куча у вас старик просто. 3 миллиона 745 тысяч 2019 года, 209 тысяч километров пробега, а также газ, бензин. Ну что ж, друзья, вот такие вот тачки, представленные в Астерафто. Ставьте лайки, ну или дизлайки. А с вами был Влад и канал Тапки с пробегом. До новых встреч!